Я думаю, что с нефтяной иглы мы еще долго не уйдем, к сожалению, потому что изобретения очень сложно пробивают себе жизнь. Но если мы уйдем от нефтяной и газовой иглы, то я думаю, что будет новая, в основе будет лежать альтернативная энергетика. Действительно, в этом плане очень много сделано. Это отливы и приливы, это солнечная энергетика, все об этом знают. Но, к сожалению, мы сейчас ее мало используем. А в тех странах мира, например, в Индии, в странах развивающихся и слабо развитых, в Португалии, даже в Германии больше всего используется ветряная энергия, люди уходят от этого типа энергии нефтяной и газовой и приходят к альтернативной. И если мы придем к альтернативной, то я думаю, что будет... В общем-то, Международное агентство энергетического развития сейчас опубликовали сценарий Blue. Сценарий Blue заключается в том, что выбросы СО2 должны быть в мире уменьшены на 80%. А следовательно, мы должны разработать новую модель электроэнергетики. Кстати, последние статьи я пишу именно по экономике электроэнергии альтернативной. И мой аспирант сейчас написал управление нефтегазовым кластером на основе нового технологического уклада. Он посмотрел, что технологии B, это технологии альтернативной энергетики, намного интереснее инвестировать, чем технологии A, потому что технологии A – это нефть и газ. И вложение в технологии B на шестом шаге, их развитие не на первом на типе изобретения, на жизненном цикле, на основе коммерциализации, дает эффект в 1000 раз больше, чем эффект от нефти.